Дорогие друзья, мы сегодня к вам опять с подарками. Нас решили побаловать сегодня два человека. Это Людмила Вячеславовна и Ольга из Карелии. Спасибо вам заранее. Огромное-огромное спасибо. Мы уже кое-какие вещи посмотрели. Достаточно много. Половину, наверное. Рассекретила. Ну, интересно же. Да, и даже кое-что уже успели попробовать. Да, и не думаю, обязательно попробуем раньше видео. И не только мы, все узнаете. Сейчас начнем мы со вкусняшек для наших домашних животных. Но для начала я хочу показать игрушки котиков наших. Вот в такой упаковке оно пришло, мы уже, соответственно, смотрели. Вот, но что-то как-то котам не очень понравилось, на самом деле. Вот, есть вот такая вот, кружочек такой мохнатенький. Они не поняли, наверное, что это ими играть надо. Мы чуть-чуть попозже еще попробуем с ним поиграть. Дальше, раз, мышка, и она вот так трясется. Там, наверное, лакомство какое-то, да? Не знаю, нет, наверное, почему. Вот, дальше. Вторая мышка, она розовенькая, вот такая. Для мальчика, для девочки. Тоже там? Угу. Да. Они все, кроме вот этой. Вот. Нет, ничем не пахнет. Я думаю, может, корм. Дальше, кормят. И вот такая. Она тоже трясется. Рык ее даже чуть-чуть попробовал. Да, ему понравилось больше, чем котам. Да, ему очень понравилось. Да. Дальше. Огромное спасибо. Твердый такой. Вот это. Но мы уже давали попробовать. Это для Рейки вкусняшки. Да. Это как это называется-то? Ты говорила? Не знаю. Кадык, давай по-моему. Вот сейчас ему дадим. Давай. Хочешь? Давай я сейчас подкушай. Ага. Ну, убежал. Всё. Убежал. Вот. Ну, ему тоже понравилось. Он сначала не понял, что это такое. Он долго нюхал, да? Не приступ... Хрустит там. Хрустит. Да. Долго не приступал к еде. Да. Да? Ой, еще. О, даже рычит. Да. Еще хочу показать для кролика. Вот такие кружочки. Сейчас покажу. Вот такие. Пахнет чем, ты говоришь, пластилином, да? Как да, будто? Почему-то пластилином прям пахнет. Но мне кажется, это так медово, зерновый шар. Мне кажется, это вот мед с овощами, и вот так получается ну, такой вот, наверное, запах, да. Наверное, скорее всего. Да, так, дальше очень тоже интересный. Для Рея очень большая кость для него. А, это вот. Трахея говяжья. Ну, для меня это все кости. Кости. Это кишочки такие. Надо достать, посмотреть. Интересно. Нам самим интересно. Да, и потом руки будут вонять. Ну, вкусняшки. Да. Мы такие интересно смотреть делали. Да. Мы когда... Для первого. О. Вот такая вот трахея говяжья. Она достаточно... жесткая. Такая прям самое то. Надолго. Надолго, думаю, хватит. Да? Да. Ой, все, пахнет. Все, а круг теперь тоже пахнет. С собачьими вкусняшками, да? Вон тут разные, смотри. Собачка да, нарисована. Да. Он даже и почти как тоже, есть. Да, и упаковка тоже такая оригинальная. И да. Из этой же серии мы так поняли. Еще одни вкусняшки. Ну, уже тоже, соответственно, давали попробовать. Всем зашло, котам тоже понравилось. Ой, котам тоже. И в драку и собаку полезли за эти вкусняшки. Оказывается, нашим животным нравится сушеное легкое. У нас действительно они и в драку, и в собаку. За эти вот кусочки, за это лакомство. Да? Да. Ой. Господи. Рэй, у тебя свое есть. Идите сюда, идите сюда. Ну, ему очень нравится. Да. Идите сюда. Идите сюда, идите.
Вот. И все. Мяу, да идите к нему, господи, да поймать-то вас еще бы как. Мусь, а Мусь, еще смотри. Она... Что ты меня обняла, вот. 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 Положи ее на стол. И покажи. Ой, блин, слово зашло. В общем, я думаю, ну, больше говорить не о чем. Да, мы поняли. Им очень зашло это легкое. Думаю, говорить тут больше не о чем. Так, очень вкусно. Им очень вкусно. Да, 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 мы поняли, что тебе понравилось. Да. Все, это он спасибо говорит что Ольге. Да. К сожалению, не знаю отчество. Ну, думаю, мне простительно. Дары, скажи спасибо вам. Скажи спасибо вам, Ольга. Да, скажи спасибо вам, Ольга. Так, дальше. Теперь вот хочу сказать по поводу вот этого подарка. Это уже от Людмилы Вячеславовны. Не надо тут лазить, мы пожалуйста. Мы тоже открывали, я уже пользовалась. Да. Такие пакетики. Делала чай, очень вкусно получилось. Такие пакетики я хотела для чая приобрести. И... Вот такой пакетик, то есть открыть, насыпать и потом по вот этим закрыть. Вот. А что ты насыпала туда? Мелиссу. Да? Да. Я ее высушила. И вот Оля говорит, а можно я насыплю? Ну, конечно же, ты можно. Ты мне сама предложила. Ну нет, ну я предложила, да. Такие, такие пакетики вот для чая очень полезные. Я как раз их хотела, но Людмила Вячеславовна взяла инициативу на себя и подарила нам такие пакетики. Я сломала случайно. Ну ничего страшного. Там их еще много. Ставим, да. Следующее это вкусняшки от Ольги. Давай. Мы попробовали. Это две упаковки таких интересных конфет. Сейчас прочитаю. Это мятные палочки, конфеты. Мы их попробовали. Ну, вы не открыли. Открыли. Да. Привет, привет, привет. Собаки тоже интересны. Да. Саша попробовал тоже. И, видимо, ему попалась слишком сильно мятная. Все попробовали. Да, да. Ему попалась слишком сильно мятная. И у него глаза покраснели. Такой... Прям она очень сильно мятная была. Некоторые мятные попадаются сильно, а некоторые, ну, послабже. Да. Это очень вкусное. А мятное такое ощущение, что как будто ты какую-то конфету для горла разжевал и съел такое послевкусие мятой и шоколадом. Было вкусно. Вот так. Ну что, у меня все из рук выпрыгивает. Все. Следующее это... Вот такой вот интересный овощной кетчуп, соус томатный. Мы по типу такого уже делали, я помню, да? Да, я делала да. В этой, как ее хотел сказать, в мультиварке. В миксере, в блендере. В блендере, а потом еще. Ну да. В кастрюленное с давлением. Господи, да как дай сил-то вспомнить, как же это называется, да? Я тоже не помню. Автоклав это называется. Да. Вот. А потом в автоклаве. Перец. Это тоже консервы овощные. Перец халапеньо. Я думаю, когда Роман приедет, мы обязательно с ним... Откроем и попробуем. Он любитель острова. Это... Читай. Нага, читай. Это паста. Так,
Здесь есть рецепты, как приготовить, способ приготовления. Да, здесь просто наклейка. Это одна упаковочка на двоих человек, получается. Но мы приготовим тоже, когда Роман приедет. Либо когда Саша из колледжа пойдет, попросим его, чтобы он в магазин зашел, в большой гипермаркет. Список напишем. Да, список напишем ему, и он купит. Ну, давай все, не будем так. Да. Потому что такое... На две порции. Чем-то приправка какой-то похожа. Да. Интересно. На две порции 15 минут. Вот есть такие штучки. Вот, чтобы открывать вот эти. Угу. Так, крем. Крем-соус для пасты. К 250 миллилитров сливок добавьте содержимое пакета, хорошо перемешайте. 100 грамм бекона порежьте, поджарьте. Влейте сливки и перемешайте. Доведите до кипения. Варите 1-2 минуты до загустения. Отварите 150 грамм макарон для гарнира. Смешайте отваренные макароны с соусом. По желанию посыпьте сыром перед подачей. Вот как раз пакетиков здесь много. И как раз сделаем, да? Попробуем. Так, и следующая вкусняшка. Я хотела вкусняшка. Это не вкусняшка. Я хочу посмотреть. А, ты уже вот еще любительница цветов. Растет. Да? Мне просто интересно. Ага. Вот. Лунная. Уже читай. Соната. Да. Она. Ольга решила, наверное, как и Людмила Вячеславовна, прислать нам вкусный мармелад. Он, да, действительно вкусный, мы не удержались. Мы попробовали. Это холодильник тут у нас. Мы попробовали, очень вкусно. Мармелад в сочетании с кокосовой стружкой оказался очень такой интересный по вкусу. Тоже очень интересно. Спасибо вам огромное. Да, классно. Красивое небо на улице. Да, сейчас уже у нас почти вечер. Сейчас через часик надо будет идти курочек загонять домой. А здесь вот тоже, наверное, Ольга решила пример взять с Людмилы Вячеславовны и отправила нам варенье. И вкусняшка это варенье из манго и маракуйя. Вот я говорю, манго. Наверное, скорее всего, Ольга взяла, пример взяла. Вот. С манго это я люблю. Да. Очень интересно, конечно, попробовать. Поэтому молодцы. Да. Семечки. А, это от маракуйи. Это от маракуйи, наверное, скорее всего. Вон, видишь? Да, и смотри, кусочки манго тоже присутствуют, как и в Всё, махеве. Всё, натравили. Натравили душу, да, называется? Да. Что, попробовать хочешь? Да? Надо ложку нести. Куча наклеек каких-то. Давай лишних. Пока. Открою. Придется Сашу звать. Ну давай потом. Сейчас. Я возьму с папы пример. Вот, все. Все? Да? Папа меня так научил. Ой, какая красота. Я думаю. А запах, секунду, да? Слушай, запах как Джим Махеев такой же. Секунду. Посмотрите, какая красота.
Ну, странно, написано то, что варенье, а как будто не варенье. Или йогурт, похоже, если честно. Да. Или начинка под йогурт. Как вот обычно любят делать. Угу. Но вкусно. Я говорю, прям как из-под йогурта. Да, такое ощущение, что как будто вот из-под йогурта, да? Угу. Или творожки, вот в баночках, вот, да? Да. Дело такое, они снизу вот так заливают, вот да, так под ложкой вот. Такой. И потом вот такие воздушные эти творожки. Да-да-да. И вот их потом перемешиваешь, и вкусно. Да. Очень. А вот черненькое — это семечки. Убираем, да? Угу. Держите. Очень вкусно. Спасибо огромное вам всем. Да. Спасибо вам огромное. Очень вкусно. Нам очень приятно за вкусняшки. Да? Да? Кто любит так же хлопать? Я прям беру их и вот так вот. Угу. Ну а вот это очень интересные такие семена. Называются бобы гиацинтовые. Да, интересные, конечно. Я еще, правда, в Ютубе не смотрела, как они должны выглядеть. Но очень интересно. У них вот цветки очень похожи на гороховые чем-то. Вот у меня душистый горошек. Вот сейчас... Несколько. Да. Вот у меня сейчас душистый горошек. Что там, одна семечка, что ли, или две? Три, наверное, да. А, ну как это, как канна. Шесть всего, значит. Как канна у меня из семян была выращена. Вот. Сейчас вот у нас октябрь. Какой октябрь? Уже почти ноябрь. Какое сегодня число-то? 27-е? 28-е вроде. Да, по-моему. Не 29-е. Нет, 28-е, по-моему. И 28 октября, и у нас до сих пор живучий горох. Душистый. Все уже из цветов помёрзло, а душистый горошек — красота. Надо посмотреть будет. Спасибо за такие интересные... За такие интересные семена. Обязательно посмотрю. И думаю, мне понравится. Да я не думаю, я уверена. Почему я думаю? Нет, я уверена. Ой, друзья, а вот сейчас мы будем... показывать вещи, это просто... Я первая покажу, потому что это тоже одна мне. Заранее скажу, все вещи такие душевные, и чувствуется, что в них вложена душа. Да, особенно вот этот прям шарфик такой, вот. Ну, как я буду его носить? Мы решили, что я его возьму. Вот. В общем, вот так. Потом вот сюда. Он такой более молодежный. Я, конечно, тоже ничего не старенькая, но мне вот. Кажется, вот и прям он ей идет. Выправить волосы. Вот 100% он ей идет. Вот, прям. Вот, я, скорее всего, сейчас буду ходить вот так за место шапки, потому что еще на улице не сильно холодно. Но и в шапке ты уже вот ходила. Вот. Да, но вот так вот будет прям хорошо. Вот. И дальше, ну. Просто как обычный шарфик. Сейчас трудно снимается. Ну, как обычный шарфик я буду делать вот так. Значит, и вот так. Я хочу, чтобы вот эта сторона длиннее была. Почему? Не знаю. Ну, потому что вот. Просто хочется. Да. И вот так ходить. А еще в чем плюс, если холодно, то можно просто вот так вот сделать. Сейчас продумаю два. Тут... Но Оля мне уже показывала перед зеркалом. Да. Вот. Если холодно, можно вот так вот нацепить. Ну да. Ну я же говорю, он ей прям очень идет, прям вообще очень сильно, да? Угу. Молодежненький, стильненький, прямо. Ой, да? Да. А еще. Иска. Ну и можно просто, если вдруг холодно, можно просто взять и накрыться. Да, вот так вот. Но мне не холодно сейчас, мне просто
почему ты хочешь сидеть? Ну, я так думаю, что мы правильно сделали выбор, что тебе дали розовенький. Вот есть второй картик. Мальчик у нас был синий, розовый. Да. А мне подходит. Шарфик женский тоже. Он мягкий и зелененький. Да. А-а-а. Там написано было. Мы с тобой. Значит, это нам с тобой оба шарфика. Да, значит, это нам с тобой. Значит, это тебе, ты любишь зеленый. Да. Да, 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 да. Да. Вот ты можешь так же, кстати, как я тебе предложила сейчас ходить. То есть вот горло, потому что прохладно на улице, а вот голове как бы там не очень холодно на улице. И вот прям в самый раз вот так легонько накидывать. Да, 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 да. И вот подобра с мамой есть вот такая зеленая шапка. Да. Вот. И уже... будет у мамы полный образ. Да, мы уже определили, что зелененькая эта шапочка подойдет мне. А вот эта светленькая, не знаю. Наверное, скорее всего, вот такие же шапочки Людмила Вячеславовна отправляла, только здесь с фонариком. Либо Саша, и либо папе, потому что я себе забрала белую с фонариком. Да. Вот, на, примеряй. И вот, ну, либо это на смену тебе, не знаю. Посмотрим. Ну, возможно, мне подойдет. Но у меня уже есть так-то шапка. У меня уже шапка из ваших подарков есть. Скажи, приятно, да? Да. Вот. Вот такие мы с тобой хорошенькие девочки. Да. Вот. Так. Комфортная шапка. Да, да, да. Теплая такая. Да. Хорошая. Ну вот мне, наверное, можно взять ее на смену, да. Вот потому я говорю, что она да. потеплее. А та, она с фонариком. И... Следующее, что мы будем открывать, это носочки. Носочки мужские. Их две. Ой. Их так, мужские или да? Да. И дальше следом женские. Вот. Может быть, это тоже мужские, просто это они. Это женские, там написано. А, я что? Читала все. А-а-а. Вот, читай. Женские. Не а поняла. Это мужские. А что, там тоже так же? Да. Да? Да. О, так слушай, наверное, скорее всего. Я поняла. Одна пара мальчикам и вторая пара нам, девочкам. Ну да. Да, спасибо я большое. Я тебе так и объясняла. Да-да-да. Нет, я что-то где-то в пространстве была. Как Людмила Вячеславовна тоже нам дарила носочки, и мы тоже их носим. Да? Оль. Да. Да. Очень понравился там с птичкой, да? Спасибо большое. Очень нам очень приятно. Это мужские чисто носки. Это, да, мужские носочки. Нашим мальчикам. Ну, я думаю, можно беленькие. Можно и нам какие-то взять. Да, вот у Оля любит беленькие носочки. Да, почему-то, почему-то у наших мальчиков очень много носков. Да, а у нас мало. Ну нет, у нас тоже много. Нам Людмила Вячеславовна какие здоровские носки. Вот да, подарила. А, тебе просто хочется с Найком? Ну вот белый сразу можешь забрать. Ты же любишь белый. А, хотя они, смотри, какие большие. 41-45. Это нормально? Ну, я думаю, что мальчики не обидятся. Нормально. Да, потому что их, смотри. Если ты одну парочку возьмешь, тогда у мальчиков будет по две. Все честно. Все честно. Спасибо большое. Огромнейшее спасибо. Так. Так, с чего бы дальше? А, вот этот подарочек от Людмилы Вячеславовны. Я тоже померила, и мы с мамой определились, что просто никто... Ну, нет, мы с мамой определились, что мы будем по очереди носить. Ну, кому когда нужно. Да. По мере нужности, важности, короче. По мере потребности. Да. Правильно. Когда-то я буду надевать, когда-то Оля. Угу. Все равно мы почти одинаково
Голова одинаковая, шея одинаковая. Да, я уже примеряла, мне понравилось. Да, на Олю прям вообще великолепно смотрится. Надо подворачивать. Ну, хочешь подворачивай, хочешь не подворачивай. Я придумала свою... Да, Оля тут перед зеркалом мне тоже показывала такую красоту. Я на цыганку похожа. Еще с моей длинной юбкой. Ой, господи. Вот как хорошо, да? Мне подходит такое. Да. И цвет такой нежный-нежный, сиреневый. Я говорю, на цыганку похожа. Ну, какую ж цыганка. Так, сейчас. Ой, чего, зацепилась? Нет. Вот. Ну, мне понравилось лично. Спасибо большое. Да. А теперь покажу вот такие вот две сумочки интересные. Только мы, правда, с Олей не поняли, для кого они. Бу. Но... Кто хочет, тот и берет. Ну, наверное, скорее всего, да. Наверное, скорее всего, одну из этих сумочек мы отдадим Александру, потому что он ходит в колледж и учебники, представляете, с собой не берет. В колледже учебники им на урок выдают, да, и у него только тетрадь. Даже если вот такая вот маленькая сумочка, то тетрадь туда тоже уберутся. Да? Вот. Ну да, тетрадь-то она же уберется. Сюда. Ну, не знаю, какой. Здесь вот поменьше кармашков. Но здесь вот такой вот он стильненький, как более женский, что ли, наверное. Мне лучше, лучше такой, наверное. Да? И вот он так. Я с собой целую тьму вещей беру всегда. Ну, это ты, да. На всякие прогулки, на все. Я даже на самую обычную прогулку беру с собой зарядку, потому что, зная, что у нас творится на гулянии, мы можем просто гулять спокойно, и потом подумали такие, и да пошлите кому-то в гости. А телефон вдруг, если достану, то он-то у меня будет разряжен. Им пользоваться нельзя. И, короче, все вот это. Вот, да. Так что я всегда с собой ношу все запасное. Я с собой, когда иду гулять, и расческу беру, телефон, зарядку. Все, что нужно, короче. Короче, весь набор. Да. Ну, здесь больше нравится, да? Здесь друзей, наверное, побольше, да? Да, и получше. Извините. Извините. Да, ну, у нас да. Друзья еще какие-то смотрящие. Ну нет, конечно, да. Вот эта сумка минус, она прям шуршит так. Почему минус? Ну, не знаю, нормально, короче. Она шуршит. Но карманы. Мне очень много. Нравится. Да, мне очень понравились. Спасибо большое. Они такие вот интересные сумочки. Да. Да? Очень интересные. Одну из них Саше отдадим, да? Ну, а теперь давай насмешим народ, как мы посмеялись. Давай мы тоже насмешим народ. Да, у нас бурная фантазия. Да, у нас очень бурная фантазия. Немножко отодвинусь, чтобы было удобнее показывать. Давай мне одну сразу. На. Штани не нужны. Мы с Олей достаем. Мы думаем, короче, о, какие да. Шорты интересные такие. Сначала мама подумала, что это шорты, потом она меня на эту идею подловила. Да, я говорю, слушай, какие шорты? Я говорю, а я не понял, а как это шорты? Мы вот так вот. Вот так соедините все и шортики. Да, а материал-то очень хороший. Думаю, о, какие шорты хорошие. Короче, мы посмотрели, и это на стул надевать. Вот сейчас даже могу примерить. Ну да, да, можешь. Носочки вот убери, чтобы видно было. Ой, у меня тут шарфик. Да. В общем, мы подумали сначала еще, ну, с первым делом, конечно, подумали, что это шорты. В общем, мы не умеем нормально думать. Логика наша немножечко это. У нас слишком бурная фантазия. Слишком бурная фантазия. Потом мы еще подумали, что это, может быть, как-то одевается на голову. Мы не стали, слава богу, примерять. Мы не стали примерять, да-да-да-да.
да. Вот. Подумали, может быть, на голову, и вот этот длинный, может быть, как шарфик. Ну, если логично, то что если из подарков получаются шарфики, шапочки, может быть, это тоже какая-то вот на головная, на голову. Та-дам! Вот. Теперь наши образец. Стульчики оделись. Да, сейчас да к зиме готовятся. Да-да-да. Красивый такой зеленый цвет. Да, приятнее теперь сидеть. Приятнее, да. И они прям такие нежные-нежные. Ой, ну мы насмеялись с Олей. Это вообще что-то с чем-то. Мы нам даже в голову не могло прийти, что это что-то другое. Мы же любим сюрпризы, а упаковки мы читать не особо любим. Да. Любим сюрпризы. Но я часто читаю. Да, и прочитав уже упаковку, там написано «Для стульев». Надеюсь, мы вам тоже настроение подняли. Но очень было, конечно, да, очень было интересно, когда мы достали и подумали, что это шорты. Еще раз огромнейшее спасибо вам за подарки. Нам очень нравится. Спасибо большое. Будем надеяться, что мы вам подняли действительно настроение. Просто, ну, мы до сих пор не можем остановиться, смеяться, когда мы подумали, что это шорт. Аж до слез не могу. Спасибо вам огромное за хороший, позитивный вечер. Спасибо большое. Да. Нам приятно. Вышли мы прогуляться. Ну, Оля, как и говорила, оденет, да, платочек. Вышли прогуляться. Это мой кармашек. И вот потайной кармашек надо убрать. Угу. Сегодня, кстати, относительно очень тепло, но влажно и сыро, да? Влажное сыро, поэтому надо поберечься. Пойдем сейчас включать свет. Уже у нас вон закат. Ого, побежали! А ты что, уже пошла? Ну ладно, и я тогда пойду. На сегодня все, дорогие друзья. Мы с вами попрощаемся. Пока-пока. И спасибо еще раз огромное за ваше внимание, любовь и доброту. Пока-пока.